legit. Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами Задрот сотого левела. Сегодня я вам покажу, как сделать так, чтобы компьютер переходил в спящий режим. Для этого нам нужно кликнуть правой кнопкой мыши по рабочему столу, нажать персонализация. Сегодня я вам покажу два способа. Так, после того, как мы зашли в персонализацию, заходим. Здесь изменить параметры электропитания. В электропитание здесь, где у вас стоит вот такая вот точечка, переходим вот сюда, настройка плана электропитания. У меня высокая производительность точек стоит, поэтому я перехожу к высокой производительности. Нажимаем настройку плана электропитания. То, как вы перешли в эту вкладку, здесь переводить компьютер в спящий режим. Выбирайте, сколько вам надо время, через какое время будет переходить в сон, в спящий режим. Я выберу 10 минут. Также отключать дисплей можно. Поставить время любое. 3 минуты выберу. Сохраняем изменения. Так, это был сейчас первый способ, как это сделать. Так, закрываю все. Дальше идем. Второй способ. Кликаем «Пуск», панель управления. Затем заходим в электропитание. Тут то же самое, где у вас стоит точечка. Переходим в настройку плана электропитания. Здесь также ставим, сколько вам надо. Переводить компьютер в спящий режим через сколько минут. Ну, то же самое, как и первый способ. Итак, на этом все. Всем удачи, всем пока. Кому помог, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вот это зум. Как все четко. Просто охеренный зум. Каждая линия, каждый... А ну пошел на...